Ой-о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 й
И сегодня мы играем The Binding of Isaac Rebirth Sky мод. Это тот самый, вроде как, халявный мод, но так как я сыграл в него один раз, сложно сказать, действительно ли он только такой халявный, как я его размалевал. Поэтому берем рандом и проходим. Поехали. Иуда нам попадается. Ну что ж, давно из-за него не играл, кстати. Я вот помню, что я никак не мог долго найти отличие между Sky-модом и обычной игрой. Но потом где-то я его нашел, это отличие, там, дьявольские сделки, что ли, еще где-то. Иди сюда лучше. Вот мне тут надо камень взорвать, серенький. Иди к серенькому камню. Ушел вон. Слушайте, я так миллион лет его буду взрывать. Проще взять бомбу с него и взорвать самому, по-моему. Более такая бомба на пробел юзается. Отлично, есть небольшое прикрытие задницы. Погнали. Ух, сколько маленьких мух. Всех завалю. Так, вообще опасно так туда ходить, ну ладно. Жах! Неплохо. Еще жопу прикрыл посильнее. Ой, как вас много. Валим, валим, валим их. Так, это тупо мухи. Воу-воу-воу, сыпется, сыпется. Альпинист Яков взбирался на вулкан, альпинист Яков взобрался на вулкан. Но с этим восхождением произошла опора ша, не удержался и упал в лаву Яша. И теперь Яша, лава. И теперь Яша, лава. И теперь Яша, лава. И рюкзак. И теперь Яша, лава. И теперь Яша, лава. И теперь Яша, лава. Мамочка, прости. Теперь Яша, лава. Да, Яша теперь лава. Дико вообще. Я так понимаю, ты пытался вывести... Ай! Что-то я задумался. Пытался вывести... Господи, боже мой, два раза задумался. Ребят, ну это катастрофа. Сейчас еще один пердок в меня, и я труп. Блин, только щитов себе понабрал. Яша лава. Не падайте в вулкан и не будете Яшей лавой. О, ни хрена себе! Крикисхед, ребят, лежит. Понятно, здесь в магазинах дроп перевернут. Тут может быть что угодно. Так, мне срочно нужно бабло. Бабло должно победить зло. Так, бомба, это хорошо. Это мы можем выцепить бабла немножко из крутой штуки под названием... Донат машина. Так. Слушайте, ну мне не хватит все равно. С нее может выпасть... Мне, конечно, много может выпасть. Но давайте попробуем, если еще с чудика выпадет. Оба-на. Еще и секретку открыл. Вот это да, ребята. Прям как заказывал выпало. Анька! Ха-ха-ха, нет! А, о. Фух. Так, что лучше? 99 ключей или дамаг плюс 1,5%? Ну, вы меня поняли. Блин, я чуть сейчас не зарыдал. Давайте лучше дамаг возьмем, с ключами как-нибудь разберемся. Ладно, айда босса валить. Это меня ваншотнуть может, так что осторожней. Ох, плюхи я ему, конечно, отвешиваю. Спички. Ого.
Так, а что еще у нас есть интересного? Суперсекретка. Блин, а тут ее хрен найдешь, эту суперсекретку. Можно, конечно, еще вот здесь что-то взорвать. Потратить ключ последний. Нет, не собираюсь. Денег взять больше негде, чтобы закупиться еще. Я бы и кинжальчик купил, если честно, и ключик бы купил. Но денег нет, так что отправляемся дальше. Так, Бейзмен 2. Рожи, привет. Так, пока что-то не хочу в кусачью комнату идти. Очень боюсь. Ой, ты какой, ты смотри, зажать меня хотели, гады. Хорошо, что я стреляю, как из танка, прям. Full health. Вообще ненужная вещь пока что. Так, вот этого бомбим. Смотри, он прям лопнул. Ваншота какого-то. Так, сейчас мы ключик еще применим. Ух. Ух. О, неплохо. Неплохо. Penetrative shot плюс speed up. Я люблю penetrative shot, потому что... Ой. Витя, как скоро будет FTL? Недавно обновление к моду вышли и уже исправлены баги, которые вышли с ним. Можно играть. Там появились новые квесты, базы, система аватаров и куча других изменений. Круто. Ребят, ну ладно, я потом объясню. Нет, Паберти! Кубик! Часы я вообще не рассматриваю как вариант, потому что... Ну это слишком читерно, а вот кубик это будет прикольно. Давайте попробуем надыбать денежки на кубик. А я теперь насквозь пробиваю, ха-ха. Так, есть одна денежка. Одна бомба и три денежки. Маловато будет. Нужно 15 денег, ребят, как-то добыть. По поводу FTL... Скоро не ждите, сразу говорю. Потому что скоро я в отпуск поеду, мне там не до этого будет. Я буду отдыхать на море, нифига себе. Вот это серьезная заявка. Так, здесь можно так взорвать, проверить заодно суперсекретку. Но суперсекретки нет. Но зато я не в обиде остался, да? Так, хорошо. Пошли ниже. Стоп, здесь ничего интересного. Сразу к боссу. Ларри Джуниор, прожимаемся. Сейчас я прям раскидаю их такими повреждениями. Так, это кэнсер, рак. Хорошая вещь, кстати. Во-первых, ух, нихрена себе. Он должен хп ап давать, а он почему-то дал мне 3 серых сердца. Вот это новости. Так, книга Белиала опять лежит, прикиньте. Что за халява? Библию прожимаю просто. Книга Белиала... О! А прикиньте, а это заряженная. Так, хорошо. Теперь можно сходить и в кусачью комнату. Может быть, там какой-то дроп вкусный. О, классно, полет, ребята, полет. Берем. Был бы это еще не просто полет, а полет с пролетающими сквозь камни стрелами. Я бы вообще писал кипятком, но и так очень даже счастлив. Так, и что? Теперь мы даже кубик, получается, можем взять, да? Если повезет. Если нам выпадет должное количество денежек, я смогу купить кубик, соответственно, рерольнуть то, что у дьявола, если он не закрыл калитку. Ни хрена себе! Вот это по-человечески он меня отблагодарил. Рерол your destiny. Так, пошли посмотрим, если там дьявол еще на месте. Прикиньте, три арта рольнуть, это вообще это дикость. Ну-ка. Ты ж, блин, свалил уже, падла. Хорошо, ладно. Тогда пойду рольну, собственно, магазин. Раут.
принципе, нормально. Нормально. 15 денег нету, поэтому брать батарейку я не вижу смысла. Так, стоп, а бомбы есть? Бомбы есть. Секретка. В принципе, для секретки я... Витя, зачем тебе отпуск? В FTL тоже есть бескрайнее море вселенной. Эх, ребят, отпуск для того, чтобы отдыхать. Да нет, что ты, блин, оказывается, наверное, между магазином и комнатой. Ладно, фиг с ним, потратил 5 денег, никуда. Вот и веселуха пошла, D6 и часики. Не, ну часики я не беру. Куда едешь? Еду в Анапу. Что вы, заграничные курорты я не могу себе позволить, они слишком дороги сейчас. Доллар-то по 70, как говорится. О, давай, рви! А. Так, а как тут грамотно можно взорвать эти два сундука? Чтоб сразу два взорвать. Я думаю, что-нибудь придумаем. Стоять. Не бомбить. Так, бомба. Если я вот здесь взорву, нормально дотянется до обоих? Еее. Так, кто такой Хагалас? Фигня самая. Take my energy, пишет мне кто-то. Что сегодня по плану? Так вот, играем уже. План уже. Уже идет. Ой-ой-ой. А, как? А, я... А, ну да, пауки взорвались, открыли дверь. Все, понял. Так-так-так, эти могут так случайно как прыгнуть и как убить. Есть. Идем дальше, говно. Гадно. Ах, пенетрейшн классно против таких вот маленьких врагов. Стреляй, не хочу, все убиваешь вокруг. Витя, отдыхай на стримах. Да я, может быть, и... Ох, ты ж попала как по мне. Тяжело. Ай-яй-яй. О, надо же. Так, я нашел босса. Ну, пошли к боссу, ладно. Ой, ненавижу его. Он так внезапно вылазит где-то. Плюется говном, вот видите, плюнул. Хорошо, хоть повреждение есть. Смотри, кажется, я его как-то это забаговал. Ух ты, английская комната. Че, издеваешься, что ли? Зачем мне это? Полеты спектральной стрелы. Это то, что я ждал, ребят, спектральные стрелы. Так, рвем засранца. Ага. Не сработал твой лазер. Ай. Я уж забыл, как стреляет первая модификация. А, вот он только вниз стреляет. Просто вниз и по бокам вниз. Так, первая часть ключа есть. В принципе, можно было бы реролнуть вместе с основным артефактом вот этот вот ключик. Но нет, я не хочу. Так, это мы не будем брать. Это мы реролним. Так, мне нужны бомбы. Какая-то странная комната. О, как по заказу. Ох, ты смотри, а. Ой, не, ну челлендж ради этого сундука я не пойду проходить. Так, унитазы. Мочи. Такое ощущение, как будто я взял спектральный стрел, у меня повреждений больше стало. Наверное, это просто иллюзия. Шар предсказаний. Вот что-что. Ну, я его, конечно, прожму, чтобы узнать карту.
Но его надо реролить, ребят. В принципе, можно даже вот так. Да ладно. Еще интереснее. В кавычках, конечно же, вещь. Так. Ключ. Ключ. Специально взрывал здесь, потому что видел, что там секретка. Эх, всего лишь 3 денежки. Так, есть немного бабла. Так, можно взять, в принципе, бомбу, а можно батарейку. Батарейку и рерольнуть, да? Пошли еще раз рерольним. Стомпи. Ой-ой-ой, что-то закидалось в меня. Виктор, не будете ли вы добры сделать мне маленький презент и дать мне неподражаемый, великолепный, умопомрачительный, космически потрясающий голос Уц, великолепного, известного также как ЛМ, любимец Маргаритов? Если честно, нифига не понял. Опс, случайно прожал буковку Q, ну да ладно, в принципе, мне уже пофиг. Так, мужики, здорово. Устраиваемся в ряд и получаем удовольствие от моих пенетрейшенов. Дабл пенетрейшен я им там устроил. Даже трипл был. Так, деньги и бомба. Так, бомба — это хорошо. Так, супер секретка. Наверное, я не буду за ней гоняться. А дальше. Так, пошли реролить босс-айтем. Ну и, собственно, полетели дальше. Блин, что же один полет какой-то мне выпадает постоянно. Прыгаем в бездну. Это Айзек без модов? Нет, это Айзек со Sky модом, ребят. Ого! Щедро. Так-то щедро. Ай, чуть не укусил. Чуть за яйку не схватил, а? Не люблю я этого пипа, а? Повреждения слабоваты. Глазюк он запустил. Второй. Музон все-таки классный, а? На-на-на-на-на-на. Готов. Так, аркадка. Аркада вполне себе нормальная, стандартная. Можно вот так даже сделать. Так, ниже. Вот сюда мы... О! Ай-яй-яй! Ты смотри, укусить меня хотел. Так, ниже. О, ключик. Вот здесь, скорее всего, секретка. Я вот прям уверен. Прям уверен, что там секретка, ребята. Да, точняк, там секретка. Так, этим ребятам надо дать немножко стрел. Стрел счастья. Держите их. На, держи, лови. Я знал, что они тебе очень нужны. Да ёлки-палки. У меня этих ключей вагон уже. Гружать сам могу, куда хочу. О! Слушайте, ну, конечно, прикольный артефакт. Ха. Это секретка. Это была супер-секретка, господа.
Два суперсекретка. Но немножко какая-то она хреновастенькая, если честно. Куда ты прыгает на меня? Ты смотри, а? Так, ой-ё. Сколько у вас здесь? Возвращаемся. Ой-ой-ой-ой. Так, возвращаемся, наверное, реролим все-таки, да? О, наконец-то повреждение. Увеличение дамага и увеличение моей головы. Сочетает в себе артефакты, да, две полезные вещи. Голова больше, дамага больше. А, ну еще здоровье дает чуть-чуть. Ну уже, ну. Черт побери, блин, какие же они медленные. Блин, у меня такая огромная голова. Она мне мешает теперь. О! Вот это хорошее вложение средств, ребят. За 15 денег можно купить 25. В принципе, я не откажусь. Это реально халява. Так. Тоже возьму. О, спейс. Это ключи. Ну что, неплохо. Неплохо пока все это выглядит. Мне пишут: привет, Витя, люблю тебя, смотреть, когда делать нечего, а потом играть в Айзека. Круто. Стоять. Бомби. Тени Уды? Нет, у меня нет никакой тени Уды. Странно, у меня тени Уды есть? Я что-то не уверен, что она у меня есть, если честно. Не, ну если у меня тени Уды еще собрана. Давайте посмотрим, погодите. Вот эта вот штука есть? У меня вот за головой это тени Уды или нет? И откуда она у меня взялась? Я не подбирал лично. А он на старте у Иуды есть всегда, что ли? Я не понимаю. Слушайте, ну это... Я бы тогда давно уже его зарелизил. Если бы знал. Сейчас тогда будем копить сердца. Ну, скорее всего, уже на следующем уровне. Может, тень со старта? Ну, видимо, у меня такое предположение появилось, да, что тень со старта, но это совсем тогда легко. Так, ну пока я не буду ничего ролить, потому что... А, ну, в принципе, дьявольской сделки-то не должно быть. Ну, ладно, сейчас посмотрим, может быть, на боссе заролю что-нибудь. Чад. Не повезло тебе, Чад, что у меня есть пенетрейшн. Туфля. Ух ты, блин. Чей туфля? Мой туфля. Поехали. Поехали собирать серые сердца. Я просто забыл, если у Уды на старте сразу тень Уды идет, я просто это уже не помню. Если так и должно быть, то извините. Так, вот здесь вот могут быть сердца. Одно. Так, одно сердце. Ну, в принципе,
Ну, в принципе, пол сердца я с этого получу, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, досранцы что творят? Кусить меня хотел. Ведь никакой. Что, еще один? Ай-яй-яй. Что же я творю-то, а? В принципе, мне все равно сливаться придется, так что... Че нет-то? Ой-ой-ой. Я, ребята, выполняю ваше наказание прям вот... Вот прям сейчас, прям здесь. Насливаться так это надо еще, конечно, постараться. Дайте мне сердец. Так, тут денежки. О, прыгающие засранцы. Снова такой же сундук с четырьмя денежками. Так, вот эти вот стреляют, конечно, дико. Ну, от них легко увернуться, слава богу. Так, золотая комната найдена. Смотрим, что там. Ну, это рерол. Давайте возьмем Гемини. Довольно-таки сильно бьет. Если бы еще пульки сбивал вражеские, цены бы ему не было. Так, D4. Ну... Наверное, нет. D4 нет. Чемпионский пояс. Да, здесь еще одна. Одно сердечко. Пока что мало. Все равно мало. Нужно больше плюшек. Карц. Так, ну, в принципе, у меня будет 3,5 сердца серых, да, если я умру. Хорошо. Ковыряю, ковыряю, ковыряю. Как они быстро лопнули, а? Это было легко. А, опять ангельская комната. О, хорошо. Ух ты ж, ух ты ж. Ой-о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 й. Как сильно-то, а? А чё тут тупить-то надо? Все брать, все. Ой-ой-ой. Я и забыл, что я просто растоптать-то могу. Стой, стой, перестань. Даблшот, ребята, это один из лучших модификаторов на урон. Все, берем. Так. Еще сердце. Все, надо убиваться. А, убиваться. А, в принципе, это уже не закроется дверка, потому что у меня есть голова, которая всегда открывает сделку. Ну, я думаю, можно пойти убиться куда-нибудь. Заодно что-нибудь рерольнуть. Давайте рерольнем. Бандл-бандл, ёлы-палы. Халява, сэр. Чё-то дрейфанул, знаете, я отошел в последний момент. Хотя надо было умирать. Так, что-то я забыл. Мне нужно где-то заточиться. Сделал грязь ГГВП мазь. Что это за выражение такое? Так, во. Ну, если у меня нету тени Иуды, это, конечно, номер будет. Опа, есть тени Иуды. Эй! Такие выстрелы-то у меня гигантские сразу. Так, начинаем отсюда. Слушайте, а секретку-то надо еще найти, да?
А, бомб нету. Замечательно. Ну, я думаю, без секретки проживем. Так, а уж стоп, в магазине была, да? А для магазина у меня нет денег. Круто, чё? Молодец, спланировал. Так, ладно, ну давайте возьмем здесь и пойдем дальше. Будем давить всех силой. Что-то SkyMod Easy. Да, опять повторяется. Ой-ой-ой, что это произошло? А что ты... Чё он залетал? Видимо, так и должно было быть, да? Я что-то тупанул. Так. Терял сердец немножко, но ничего, я думаю, восстановимся. У нас повреждения такие, что позволяют нам мочить вообще без оглядки. Да что ж ты, смотри. Ни одного черненького сердечка не выпало. Что происходит? Прикиньте, как-то я теряю здоровье очень быстро. Токсичная кровь. Что-то я с чем-то перепутал. Ёлы-палы, здесь жадность вместо... О-о-о-о-о! Так, ребята. Что-то чувствую, сейчас мы скоро будем тут сливаться. Как-то страшно мне стало резко. Так, но эти меня никак не укусят. Ёлки-палки. Ну хоть дамаг просто удручает вражеские юниты. Ansus Vision, давай прожимаем. Так, теперь мы знаем, где находятся секретки, суперсекретки. Пошли, пошли, пошли туда, пошли. Опа-на. Вот это везение, а. Что здесь? Артефакт. Хреновастенький, правда. Давайте рерольнем. Да. Верните мне мой. Как-то плохо. Неудачный рерол совершенно. Так, нам сюда. Слушайте, косяк. Здоровья нету нигде. И я не могу нигде его взять. Может, еще раз рерольнем? Пойду еще раз рерольну. Вдруг там какой-нибудь нормальный артефакт выпадет. Нормально. Лучше, конечно, чем было. Spider Revenge. Будем паучков плодить. Только меня не взорвите. А где ж сердца-то? А ну гони сердца. Так. Солидно я их, да? Так, сердце, конечно, есть, но это не то, что нам надо. Ого! Большие тети. Так, помада увеличивает количество черных сердец выпадающих. Почему бы и нет? О, есть.
Есть пара сердец найдена. Так, темп. Нет. Взорву. Так, зато прибавляй теперь. Ой-ой-ой, опасно. Все, к боссу. А вот и черненькое сердечко, как обещали. Ого. Кто здесь? А, мамка уже. Гаси, я что-то не ожидал. Ай! Тихо-тихо-тихо. Фух. Так, берем полароид. Сойдет, еще плюс дамаг. Смотрим, что здесь. О, все, сердцами откормили. Ключик у меня собран. Давайте еще взорвем вот эти два огонька. Да все тут уже. В принципе, можно даже, знаете, как сделать? Ой, елки-палки, я опять забыл, что я его растоптать могу. Все, ныряем дальше. Так, слушай, что мне делать? Мой друг с читом в Айзека играет. Ну, заставь его отключить чит. Так, го направо. Бомбы у меня начали появляться с каких-то пор. Так. Ну, куда ты? Опа-на. Смотрим. Метелка. Ну, в принципе, на мега-сатане метелка это вообще круто. А так-то... Ай! Для меня... Главный враг здесь это мега-сатана и будет, наверное. А с остальными я справлюсь, мне кажется. Довольно-таки легко. Блин, укусил. Мозги. Куда-то направо иду. Телефоны летают. Кто ты? Дистракшн. Висельник. А, стоп, там вниз еще проход есть. Так, босс. Противный червяк, на самом деле, вот этот вот. Но у меня повреждений много, так что должно выйти, должен вытянуть. У него просто очень мало, где можно его дамажить. Поэтому если у вас нету очень серьезного такого пропихона, то повреждения... Ай-яй-яй-яй, хп обвзял. Ой-ой-ой, сколько я хп понабрал. Все, беда, ребят. Да ладно, справимся, конечно же. Я не вижу смысла его убивать. Поехали ниже. Витя метелкой сатану будет бить. Да нет, это просто... Чем больше ты убиваешь в конкретной комнате существ, тем больше у тебя повреждения становятся. А в комнате с мега сатаной там очень много существ. Так что там до максимума выкачивается. Там, по-моему. И если вообще есть максимум. Честно, я не помню. Я просто не помню. Но плюс солидный. Так, кусачья комната. Сердце есть. Давайте вниз.
Зачем взрывал костры? ХП полные. А я не знаю, привык. А почему нет-то? Давай возьмем, все равно до хрена здоровья. Оно просто еще скорость дает передвижение, так что... А скорость лишней не будет. Ой, сколько маленьких говнорей-то полетел. Полетело в меня, в меня. А-а-а, блин, укусил. Сколько здесь этих телефонов ходит-то? На. Это был последний. Ну же. А, надо еще Money Power найти, ребят. Обязательно. Ой, ё-моё. Ну ладно, с пенетрейшеном это легко проходится. Куда-то, мне кажется, вниз. А вот что-то и не факт. О, дошел. Так, сейчас будет сердце, да? На-н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 а. Ах-ха-хай. Так. О, вафли, ребят. Вафли. Да елки-палки, опять наступил на него. Это случайно совершенно. Magician нафиг не сдался. А, на костры дистракшн не работает. Все, понял. Не дурак. Так, черед у меня так и остался. Ну, в принципе, поехали вверх. На, в кафедрал. Поиграй с сидом FBQXAXKY. Покажи дамаг через менюшку. Максимальный. О, здесь еще и вопросиком сверху прикрыло. Так, ну ладно, у меня есть вафли. Вафли — это очень серьезно. С вафлями не шутят. Импресс у меня еще есть. На боссе юзнем. Интересно, какая вероятность, что я выбрал правильный путь к боссу? Давайте наверх. Тупик. Неправильный путь. А, рерол Библии сделал. Слушайте, я забыл про рерол, если честно. Поэтому я его вообще не сделал. Дэвил, так. Кусачую комнату нашел, нифига себе. Тауэр тоже не надо. Хорошо. Так, паучки. Ничего не дают, идем дальше. Где-то здесь... О, ёлы-палы. Большая комната. Я уже запутался, если честно. Мне куда теперь идти-то? Давайте попробуем направо-вниз. Ну-ну-ну. Один выстрел остался, да что ж такое-то? Так. Есть, ты смотри, угадал. С первого раза угадал. Слишком халявный мод для тебя. Ну да, я теперь прям уверился в этом. Чё-то мне не хватает все равно.
Да, это для новичков, мне кажется, хороший мод. В принципе, здесь ничего сильного нету. Но халявы намного больше, чем в оригинальном Айзеке. Как ни крути. Да ладно, попался. Погнали. Как переводится кафедрал? Собор. Почему ты не берешь... Ого. Не, бримстоун я брать не буду. Семерочку сейчас прожму, посмотрю, что выпадет. О, батарейка, вот это неплохо. Так, синий крестик. Наверное, нет. Слушайте, того, что выпало, тоже нет. Пусть хоть какая-то мука будет. Так, цепь тоже нет. Взрывной человечек тоже нет. Как-то все. Самое ценное, что взял, это зубы. Так вот. По чесноку. Зуб в 3,6 или в 3,4 больше наносит повреждение, чем обычная ваша атака. Но зато шанс его прока что-то в районе 10%. О, имперер, могу сразу к боссу. Что нет-то, давай. Ну, да, зуб пролетает, сразу такой кусок откусывается гигантский. Этот босс намного легче, чем Айзек, который в кафедре лишь сидит. Особенно, когда у вас есть что-то более-менее массовое. Потому что он как бы мух плодит, вот эта проблема основная. Вот. Так, босс уже закатали, нам теперь нужно пойти и убить мега-сатану. Ой, чуть не попал. О, сундук, повезло. Грибочек. А почему бы нет? Я на скорость стрельбы ничего не брал. У меня повреждения чуть-чуть меньше становится. Но... Зато насколько сильно вообще. Насколько сильно часто я их начал выпускать, по-моему, раза в два чаще. Если не больше. Соответственно, общий дамаг увеличился. Синее сердце. Сила. Ай-яй-яй. Ребята, не надо так делать. Мне не так уж много здоровья на вас его сливать. Ветерок. Так, а зачем я сюда пошел, если мне надо мега-сатану валить уже? Пошли за мега-сатаной. Я думаю, я его смогу осилить. Тем более сейчас силу прожмем. Погнали. Не так-то легко его убивать. Мы сейчас с этих будем настакивать себе повреждения от метелки. Особенно хорошо настакается от Энви. Там вообще бомба будет. И какая штука летит. Так, отправил. Уже сильнее бью. Гаси. Давай. Смотри, я его прям отправляю. Он появляться не успевает, тут же отправляется куда надо.
Да, повреждения реально дикими стали. Стоило всего лишь взять метелку. На будущее слегка подумал и получил себе очень классную, даже неубиваемую шнягу. Я не думал, что он долго будет противостоять нам. О-ха-ха, все. И? Эй-эй-эй. А, нормально. Что делает этот белый арт на последнем рероле? Пока жмешь пробел, у тебя щит непробиваемый. И там энергия кончается и сама восстанавливается. В общем, ребят, всем спасибо за внимание. Это был SkyMod. Это прохождение еще раз подтвердило, что мод халявный до нельзя. Если вы хотите, если вы новичок в этой игре, то ставьте его, конечно же, и играйте. Очень все легко и просто. Ну а с вами был Виктор, канал VidocPlay. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и читайте описание. Там есть ссылка на плейлист.